Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервис Кар». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервис Кар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Два человека получили травмы в ДТП в Куменском районе, а все потому, что лось попал под колеса ВАЗа 7-й модели. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла почти в 9 вечера в среду на 37-м километре трассы Киров-Малмыж. 44-летний водитель классики сбил лося. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате происшествия сам водитель, а также 25-летняя девушка-пассажир получили травмы. По данному факту проводится проверка. На улице Дзержинского 57-летний водитель «Волги» не рассчитал дистанцию до попутного внедорожника «Toyota Land Cruiser». Автомобили столкнулись. В этой аварии травмы получил виновник ДТП. Медики оказали ему помощь. Также выяснилось, что рулевой «Волги» лишен права управления. Ему грозит административный арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. В селе Покровское Котельнического района водитель мотоблока МТЗ с прицепом не справился с управлением. Транспорт угодил в кювет, пассажир получил травмы. А водитель рассказал, что выпил спиртное уже якобы после ДТП. В Кирове на улице Маклина 40-летняя женщина-водитель «Шевроле Лана» сбила пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 64-летняя пенсионерка получила травмы, госпитализация ей не потребовалась. В Слободском водитель УАЗа не поставил машину на ручник или на передачу. В итоге буханка скатилась и задела Рено Логан. Пострадавших нет. На улице Шинников другой водитель УАЗа на перекрестке равнозначных дорог не пропустил Субару и врезался в него. Автомобили получили повреждения. Помощь медиков никому не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия.